Ой, стена. А, блин, аж стрелял по нему. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Маквейт, Подлючка, Гусанёк, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Я ем абрикосы, братья. Ребятушки, вышел новый пак на Security Breach Elliot. Это новый классный NexBot, и будем на них сегодня делать обзор. Для себя текушки, приятного аппетита. Первый у нас DJ Music Man. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что они очень круто сделаны, и в них можно вселяться. Я буду в каждого вселяться и смотреть их неумения. Даже можно камеру отдалять и приближать. Как вам вообще озвучка этих аниматроников крутых? Классно, да, сделано? Как из игры, да. А я прыгать не могу, так, правой кнопкой мыши не могу. R нет, F, фонарик. А бить? Могу, зато убить, сразу двоих при том. Так, и давай, Гусанёк, используй админский пистолет, будем смотреть, как они умирают. Ух ты, ё-моё! Блин, он прям на куски разлетелся! Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, снимаем очень классные моды и классные рубрики. Поэтому вы знаете, что делать. Следующий у нас эндоскелетон. Они очень круто реализованы. И смотрите, в каждом аниматронике разный вид. Смотрите, у меня прям такие полукруги, и внизу видно, какие у меня есть умения. А этого аниматроника одно умение. Ходить как крахит. Ладно, я могу бить. А как так? Вы же стояли по бокам. А ну на контр, пробел, а ну быстро бегать. Попробуй со спины убить. А ну давай, подойди со спины, подойди. О, а ну подожди, еще дальше отойди, дальше. Нет. Нет. А ну камеру отдалим, чтобы мы видели на каком раз. Вот. Офигеть, у него просто ДБ лишая дистанция. А ну я могу сделать от первого лица? На Э, В английскую. Не, В нельзя. А Н? Б? О, Б я могу приближать. Офигенно сделано. Нормально. Ну классно ходит. И вот прямо офигенно мочит. Давай, Гусанёк, лупаш меня. Как щенок вонючий отлетел. Обратите внимание, что не все по-разному умирают. Глэмрок Бонни. Наверное, не Глэмрок, Гламрок. О, разговаривает. На Б. Ой, на пробел. Ну ты, короче, обычный заяц. Да? Какой заяц? На тебе за зайца. Кстати, он убивает как-то по бокам, а спереди у него хитбокс не проходит. Ух ты! Офигеть! Это у него анимация мульти. А это я когда нажимаю пробел. Да. А нет, а когда нажимаю shift, но пробел? Нет. А на shift нажимаем, прыгает. И в воздухе бьет! Ребята, на, смотри. Ой, на меня. Офиг... А есть анимация убийства, типа скример какой-то? Нет. Нет. Так ладно, заяц. Класс. Офигенно. Ребята, напишите в комментариях, как вам эти аниматроники. И можете написать даже, какую рубрику нам с ними снять. Я их даже с коллекции пока удалять не буду, потому что я думаю, что еще можно что-то крутое с ними снять. Давай, мочи меня. Что за поза? Что со мной? Ты залагал. Я вижу. Давайте карту очистим на всякий случай. Гламрок Чика. Обычная Чика? Да, она красная. Которая любит... Ого! Она не прыгает? Она не прыгает. А есть обычное оружие? А ну постреляйте с обычного оружия. А ну-ка давай. Сколько жизни? О, так у меня жизни вообще 500 хп всего. Это вам за то, что вы вот так делали. А, все. Хорошо. Она поломалась? Гламрок Чика классик, классическая. Давайте посмотрим. Дим, это когда мы ее убили, она поломалась. Да, кстати. Офигеть, вот это уже прям интересно сделано. Смотрите, как я смеюсь? Да. Таша, ты как дурак смеешься. Чё как дурак? А я могу даже заходить на камеру на себя. В Гаррисмоде это редкость, кстати, сделана такая штука прям. Так, чё ещё она может? А пробел не может? А ну если она опрыгать не может? Убивать? Нет. А чё так далеко убиваю? Ну, подожди, если я прицелюсь далеко, я убью тебя? Не, только в притирку убивает. Наш щенок! Я скрючился. Так, стоять! Стоять! Я тебя должен убить! Ладно, мочите меня, у меня 500 хп всего. Ладно, понял. Гламрок Чика Шет. Тогда до конца не видно, что написано. Пусть будет Щет. Ого, она звуки издает классные. Короче, пьяная. Да. А какие-то она еще может какие-то приколы делать? Скорее всего, нет. Ух ты, троих сразу. Кстати, у меня тоже всего-навсего 500 хп.
Ну, у кого-то и 350 есть, у всех хп меняется. Не одинаково сделано. А ну, смотрите, я могу упасть? О, смотрите, я не могу до края подойти, я не могу прыгать. Представляете, смотрите, она назад возвращается. Смотри. Я прям нажимаю со всей силы туда идти. А, теперь можно прям классную рубрику записывать, когда человек не сможет спрыгивать. А входить придется. Такие звуки издают, когда я бегу. Ладно, мочите меня. Ну, я имел в виду аниматроника, ну ладно, меня тоже подойдет. Little Music Man. Ой, чилипиздри какой прикольненький. Включаемся в него. Это который из вентиляции выходит, когда закрытие бежит. Да. Так, это я медленно хожу. Ой-о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 й. Это уже точно не малыш. Она пробил ничего? Не, нифига. Даже ключик сзади шевелится в спине. Очень детализировано. Так, отходи, не подходи. Отходи, не подходи. Хорошо. Так, и что, и все, это все ж... Кстати, знаете, сколько у него хп? Вы даже никогда не угадаете. 50. Сейчас. 50, вы, да, вот ремонтировка убил меня. О, у него есть анимация взрыва? А у тебя жизни отнялись, когда я разрушился? Нет. Блин, было бы классно. Так, хорошо. Пошли самые прикольные. Монтгомери Гатор. Он должен прыгать тоже вроде бы, да? Да. Есть. А чё, я тяжелый? Я не могу убить тебя. А, могу. А давайте попробуем прыгать на него. Это странная работа. О, а если я подойду сейчас до края, я смогу прыгнуть оттуда на вас? Сейчас мы, ребята, это проверим, потому что даже интересно, какие у него еще умения есть. Кстати, у него же немножко больше, 550 хп. А так, а теперь я нажимаю отсюда вот удар. Нет, я не могу прыгать. Я не могу. Капец. А вот на него смогу, наверное, да? Я нет. Тебя ловлю, прыгай. Да я не могу прыгать, я рахит. Это ж имба теперь, так можно выживать. Так да, это как-то по-читерски даже. Я реально ничего не могу сделать. Вот, смотри. Ой. Ладно, мочи меня. Улетел. А где его труп? Он наш. Вот он падает, смотрите, ребята. И накрыл. Кстати, я поломался сразу, обратите внимание. Ничего страшного. Так. Поехали дальше. Фиолетовый. Или пиздик, да, пошел у нас. Монтушка. Монтишка Иванович. Он такой, я могу прыгать? Да, можешь. Это тот же самый, просто вам свет. Другого цвета. Ладно, мочите меня. Ой-ой-ой. Блин, он не классно разрушается. Так. Монти поломатый. Поломатый, в общем-то, сам. Крокодил. Классно. Да. Я даже ничего не нажимаю, он сам прыгает. А ты жена один. Ой-ой-ой. Крокодил Гена. А что, я могу еще что-то нажимать, прыгать там? 150 хп. Маловато будет. Ой. Можно. Ладно, давайте, мочите меня, потому что впереди еще много аниматроников, мы должны всех успеть показать. Ребята, вы не забывайте подписываться. Спасибо тебе. Да, давайте карту очистим на всякий случай. Так, ой, пошел классный уже Рокси. Опа. Ой, у него такие фиолетовые глаза сверху. Такие синие именно. А какой-то... Это я звук такой издаю? Какой именно? Вам не слышно эти звуки? Нет. А что ты делал? Как звук робота такого, как будто... Я вас вижу... Вы меня подсвечиваетесь фиолетовым вокруг. А, подожди, серьезно? А ну подожди, может она через стены видит? Я, вот я вижу, смотрю. Я вижу тебя через стену. Я вижу, ты сейчас бегаешь влево вправо, кто там ходит? Вот. Это я. Это, ну да, у нее же это по сюжету у нее такие глаза. Я вижу вас, поэтому я и звук такой издаю, потому что вы меня подсвечиваетесь. А если я убью вас? Кстати, да, вы перестали светиться у меня, когда я вас убил. Аниматроник читер. Я могу прыгать? Я могу прыгать! Смотрите, что я делаю. Что я вытворяю. Ты чё, я тебе сейчас по мордасам дам. Блин, на большом расстоянии убиваю. Ладно, мочите меня. Эй. Ну ладно. Крякнула. Так, Рокси Классикс. Красная, в общем-то, такая, да? Ой, вы тоже у меня сейчас опять подсвечиваетесь. Ух ты! Блин, ну это анимация прыжка, я не нажимаю, она сама это делает. Не может попасть. Так, у меня 500 хп. А что со мной? Что я так делаю? У вас тоже такая анимация, как будто я лечу в воздухе? Да. Отфоткал тебя, все на память, короче. Мочите меня. Давай, накажи меня. Все. Баба.
Красиво вы меня уничтожили. Да. Рокси поламатая. У меня, блин, на экране помехи. Но зато вы у меня белым подсвечиваетесь. Увидите в ролике. Это эпически смотрится. Я реально не вижу практически ничего. Но вижу, как вы у меня подсвечиваетесь. И то не всегда почему-то. Вы у меня знаете, когда подсвечиваетесь? Когда двигаетесь? Я вас не вижу. Вот сейчас увидел. Вот стой, а ну замерите. Я никого не вижу из вас. Вообще никого не вижу. Вот увидел, подвигался. Блин. Вот смотри, сейчас вот... Ну, никого не вижу. Вообще из вас никто сейчас не светится. Вот задвигался, гусунек двигается. Блин, ну такие помехи, знаете, как телевизор типа плохо ловит и вообще практически ничего не видно. Ладно, это мочите меня. Отсылка на TV Man? Да. А, ладно, хотел сказать, вы слабо как-то мочите. Ладно, хорошо мочите. Став. Став-бот. Ой, блин, у меня такой круг вокруг экрана. Я могу стрелять? А, а, 10 хп отнимает. А чё это как пиписька какая-то вообще ни о чем? Кстати, у нас же есть оружие для этих аниматроников. Что и какие оно функции выполняет? Зайдите, у нас оружие и Five Nights at Freddy's. Там у нас есть разные оружки. Вы меня уничтожили? Ого, там подорвался. Что с ним? Насколько я помню, эти оружия какие-то имеют прикольные свойства. Дим, что с ним? Тавбот. О, я буду заметать, я пошел заметать. Эй, а ну я попробую полы, можно отмыть будет полы? Вот сейчас, видите, полы грязные. Ну давай. О, а ну убери, убери его из-под меня. Ты видишь? А, у вас не отображается кровь там. А что это? Приветствуешь игроков по серверу. Ага, понял. У меня отображается, что у меня есть 5 патронов выстрела, у меня их нету. Что ты траву подметаешь? Хватит подметать. Да не, у меня тут грязные полы. А, не, не отмывай, тут кровище у меня. Блин, было бы классно, если можно было отмывать. Эй, привет! Ладно, убивайте меня. 100 хп всего. Что с ними происходит? Бесполезный робот. Они хорошо. Помогают. Поехали дальше. Став Найтмера. Ой, вот этот уже эпический. Ой. Смотрите. Он, кстати, вроде убивает. Давай проверим. Что, серьезно? Ну давай. Не, я не могу. А че я вас не могу убить? Я не знаю. In your dreams. А ну F, Parabel, FNE, W. Не, какой-то галимый. А чё он ни о чем, Рахит? Он такой, типа, как декоратив. Ладно, убивайте. Сколько хп у тебя? Ой. Ой, я не увидел. Там вроде там... А что он кланяется? А вы меня убили оружием, которое с этой игры или каким-то другим оружием убили? Лазером, лазером. Лазером, лазером. А какие там еще оружки? Там же есть, который фотоаппарат, он слепит, типа, меня. Да, вот, вот. Ой, а мне что? Что? Офигеть. А так он... А чё со мной? Он как будто поломанный, да, пацаны? Он должен... Ой, этот уже должен убивать. А, у нас, кстати, экран. У нас, кстати, экран черный. А ну, поиспользуйте. Да. Вы не видите ничего? Что это? Нет, ну мы... Не, ну типа, как только мы к тебе приближаемся, у нас более черный экран становится, более чернее. Ну чернее. Дай, пора, я хочу это проверить. Подожди, как мне выселиться с него? Давай я в тебя... Давай... Вот. Я его сейчас поставлю, я знаю, что ты хочешь меня убить. А ну... Смотри, подходи его. Я слышу кошмарную марионетку. А, не, ничего. А чё, не? Потому что, наверное, игнорировать игроков стоит. А что если... Давай, может, я вселюсь. А ну давай. Взять под контроль, там есть. Там меню же, конечно, шикарное. А ну... Не, ничего, все равно экран не темнеет. Странно. Кстати, я слышу... Кстати, я слышу кошмарную марионетку. А ну убей меня. Может, сейчас заработает, когда я уже умру? Не, нифига. А ну-ка, дайте, ребята, возьму оружие вот с этой штуковины. А ну-ка, а ну видно тебе сейчас? Она умерла. Он умер. А, понял. Хорошо. Поехали дальше. Так, следующий у нас став security bot. Обычный. Черная кровь, смотри. Это масло, это же робот. А знаешь почему? Кстати, в этом роботе дух кошмарной марионетки, 100%. А давайте проверим, как я в темноте буду светить фонариком. Там будет как обычно. Ну, как-то... Ой, прикольно, смотри. Только я убивать не могу, он просто чисто поржать. Но он и так и не убивает, он просто должен аниматроников призвать. А, как типа я вижу их, и они начинают сразу за вами бегать, да? Да, да. Мне интересно, ну, вот этот NPC, который при движении только атакует, надо будет как-то его сейчас в конце ролика обязательно достричь, мы его поставим, попробуем, как будет искусственный интеллект с ним работать. Будет у нас убивать, когда мы будем стоять на месте. Ладно, мочите меня. Ой, как-то легко это произошло все. Tough Security Bot.
Ой, какой он стрёмный! Типа как этот, как фантом, что ли? Я могу убивать этим уже вас? Не, я тоже не могу убивать. Ладно, убивайте. А чё так легко? Ребята, эпический NPC, Ванесса. Ванесса. Она говорит. Чё-то говорит. Я могу вас убить? Я не могу вас убить. А, то есть, ты клацаешь, что все нет, не работает? Анимация такая есть на правую кнопку мыши как-то. Ну, я не могу ничего сделать. Она сбоку как будто алкашка какая-то. Так, все, я пошел, пока, мне пора на работу в пиццерию. Да. Эй! А! Косожоп, косожоп! Молодец, молодец, Тайхваро, все, убил, убил, убил. Так, и последний с этого пака в ванне. О! Классно разговаривает. Ну, я должен убивать. Ай. Ну, она убивает. Ну, походняк вот этот вот. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И то ставить лайк. Классный аниматроник. И смеется так еще. Реально, так будто радостно как-то. Так, а ну давай, возьми фотоаппарат, ослепи меня там. Попробуй. Ослепилась? Ну, нет. Ну я ж, наверное, не NPC обычный, если, наверное, будет искусственный интеллект управлять. У меня жизни отняли, все, наверное, вы раз попали. Что еще там за оружие есть? Давайте, ребята, посмотрим. Оружие. Часы там есть. Фейскэм. А вот он. Все. Два этих есть оружия. Фастбластер и еще какой-то там. А ну стреляйте из другого. Не, у меня жизни не тратится. Не тратится. А, все, начало тратиться. За это я вас убью. Ладно, мне надо убегать. Быстрее, быстрее, быстрее. Ладно. Как и обещали, мы отключаем искусственные интеллекты. Скорее всего, включаем. И ставим поломанную Рокси. Давайте же посмотрим, будет она нас видеть или нет. А ну-ка. А ну, давайте, не двигаемся. Вот я двигаюсь. Надо ее в поле зрения. А ну-ка, подожди, а все отключено, да? А что надо? Это та же, это ж та, которая дала поломанная была, это она? Ну да. Да. Как-то странно она работает. А чё она не убивает нас? Ты дурочка? Мочи нас. Блин, ну я расстроился. Думал, они всё-таки будут воевать между собой. Это было бы круто. Не, ну можно, в принципе, мод установить на то, чтобы они воевали. Так, игнорировать её. Ну все, да, включено. Тоже не убивает. А ну, давай мы поставим... Монти, ну Монти-то должен убивать. Он тоже как дурак. А чё они не убивают нас? Она, кстати, на меня только что сейчас прыгнула. Ну ничего не происходит. Может, надо этим бластером им жахнуть? О, смотрите. Офигеть, сработало. Он злой. Он сейчас подлинный стек, скорее всего. Думаешь? Да. Ну-ка, давайте посмотрим. Может, мы просто вырубили его? Да, наверное. Мне кажется, мы его... А ну стой, стой, а ну давай возьмем вот этот бластер. Он твой, скорее всего, или нет. Он опять дергается. Ты дурак. А блин, он что-то не работает. А чё они не атакуют нас? Я так надеялся, что они нас будут мочить. Давайте очистим карту. Еще раз вот так перевключим на всякий случай, потому что, а вдруг. И поставим... Ну вот это точно должна нас мочить. Кстати, что я понял, это можно, можно короче, на них нажать на Е, и они будут за тобой бегать. А давайте я поставлю, подождите, с другого пака. Вот. Давай. Ну что? Нет, то же самое. Блин, она меня пугает, когда так рядом. Ой, 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 что со мной? Она тебя схватила. Работает, заработала. Ура! А такая дурочка сейчас. Ее просто побить надо немного, походу. Такая прикольно, так часы отображаются. Блин, они странно работают как-то. На тебе за это. Все, патроны кончились. Вот ну, все, очень классный пак. Мне кажется, для того, чтобы они полноценно работали, наверное, надо на карте NavGenerate еще прописывать. Я так думаю, может быть и нет. Ладно, давайте еще раз проверим. На всякий случай, вот.
Е, заработала! Есть скример! Убивает, убивает. Ого! Класс! Класс! То есть они, походу, убивают другого парня. Ребята, это офигеть! Ослепило меня! Меня ослепило! И меня, короче, глаза дергаются. Что такое? О, идет. Давайте возьмем это оружие скорее. Ой, снимай! А, блин, аж стрелял по нему! А, есть, все, ослепили. Блин. Ого, слеповуха. Ай, что это такое? Если вам понравилась эта серия, этот крутой пак аниматроников, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.